они были и так, это так. И вот они все, план, блядь. Никаких этих, блядь. Это ты вот уже говорил, тут все разрисовано. Да, да, вот, видишь, вот. Это тут, видишь, лагуна, там, да. Это все. Здесь вот депо, здесь везде можно посидеть. Я не знаю, сколько они открываются, все эти штуки. Но вот здесь молодежь тоже отрывается, видишь? Вон Ленина бьюсь. Вот, смотри, видишь, вот, пиво, видишь, пиво, что, блин, кто хочешь. Вот. Но я здесь был, когда только бара 3 открылась, да. Да? Ну и что, взял, вот граффити, видишь. Ну это заводы старые, разрешают арендовать и делать экзотические там пивнухи, какие-нибудь танцплощадки и все. Потом выгоняют, потому что это, ну, их, чтобы как бы гражданам не мешать, правильно? Нежилой район, ну потом вот жилой комбинат воняет. Стадион «Динамо». А вообще с другой улицы, да, обычно доезжались мы. Да, ну там же ты видал, там, во-первых, перерыв, там, соответственно, плохо. А и люди сейчас метро довели до стадиона, наверное, нет? Чтоб, метро, ну, чтобы киевбийцы могли сесть в метро и разъехаться. Генка, с той стороны. Ага, видишь, стой, а здесь, да? Мы подъезжаем, где тупик. То есть мы никуда дальше не попадем, но это и хорошо, потому что. Там никто не будет развернуться, да. Или там поехать. Да, а ты в полной красе увидишь стадион «Динамо». С той стороны мы проезжаем, с этой вот можно снять. Видишь, какой, если отойти сюда, туда, то так, ты сможешь снять хорошенько и иметь полное представление. И отсюда видно по-другому, кстати, вот эти все свислочки. Ой-ой, так. Тут так, уже так, нельзя. Так, да, тут уже не пешеходная, все. Ну давай где-то. Так. Никто за нами не будет. Я могу тебя выпустить, или дождь идет. Если идет дождь, то... Ну, люди идут спокойно, с открытыми головами. То есть, может, если легкий моросит. Надо поискать, конечно, где-то в этом. А где тут место ставить? Смотри. Китайских продуктов, магазин китайских, да, продуктов. Здесь общежитие и китайцы. Пастила. Я вспомнил, надо будет коробочку с зефира матери купить. Пастила, ну это же китайский получается. Или ну тут не только, тут и... Светка тебе скажет, у нас в подземном переходе есть фирменный магазин «Коммунарка». Слушай, или мы по пути здесь заедем, да. Фирменный, да. А, это ж Бобруйского тебе надо. Да мне все равно какого, бо у нас... Как все равно, если... Во-первых, «Коммунарка» не выпускает, во-вторых, это... Дело в том, что если разъезжать по магазинам, то заехать, едешь, как вот вчера... Едешь? Едь. И тут ты же, бля. Ты думал, что тут станешь, да? Да, там эгоисты, поэтому я как-то... И тут мало места. Вот, тут. Слушай, а тут двое, видишь? А! Тоже нельзя? Нельзя, блин. Почему? Да хуй знает. Вообще тут сколько мы с тобой... Ну, смотри, сейчас это, вот сюда. Вот же тут сейчас икается тачка какая-нибудь. Нет, вроде нету. Хуй знает. Ну что, может тоже нет? Это свои. Кончать? Я нахожусь в районе Минского стадиона «Динамо». Этот стадион мы ходили на футбольные матчи «Динамо Минск». Последний раз где-то, как я помню, в 1975 или 1976 году, когда «Динамо Минск» проиграла 2-1 московскому «Торпедо». Это я запомнил. Ну и раньше бывал. Поэтому я решил пройти к родному стадиону. Родной стадион «Динамо». Сейчас «Динамо» не самый сильный белорусский клуб. Батэ Борисовский.
как говорят, лидер чемпионата в Белоруссии. Ну, прогуляемся чуть-чуть стадиону «Динамо». Улица Костры. Тут есть такая река, как добра. Белорусинский стадион «Динамо». Белорусинский стадион «Динамо». Чемпионат Белоруссии и Звёздку Радецкого. Минск. Я начал болеть за «Динамо» Минск в 63-м году, когда минское «Динамо» заняло третье место в чемпионате Советского Союза. Тогда главными форвардами клуба были Мустыгин, Малафеев. Еще, кажется, Понедельников. Не Понедельник, а Понедельников. Но это был единственный их успех до 1984 года, когда «Динамо» Минск стала первый и последний раз чемпионом Советского Союза.
прощай или до свидания, стадион Динамо, родной. Вот тут есть велотрасса. Тихо. Перспектива тут, перспектива сюда. А у вас такое изобретение, как зефир, есть? А вот я помню, да? Игорь, как называется та речка тут, что, где мост? Вислась. То с Вислой? Конечно. Я чуть не брякнул, записывая не мига. Лучше помолчу. Где у зефира? Не, не зефира.